Салам алейкум. Так, новый сон, непрекращающийся. Вот, сейчас будем рыть. Смотреть, что у нас тут завалялось. От царя Наполеона. Я только новичок, короче, да. Как султан говорит, так сказать. Учимся. Нет. Вот. Часики женские, золотые. Вот вам и дела. Золото. Ну, оспариваем, говорим, что нет. Так, новый сигнал. Вот это вот у нас. Сейчас будем рыть, смотреть. Вот еще я не разбираюсь, вот эти отделения. Сейчас он на монеты показывает. Если я не прав, поправьте, кто знает. Будем вот тут рыть. Смотреть сейчас, что у нас то есть. Обычно гвозди, такая всякая ерунда мне попадается. Часики попались тоже. О, вот у нас что есть. Вот так, халтура. Халтура. Ничего у нас нет. Кидняк. Так, друзья, у меня анкор здесь зазвенел. Вот. Вот в этой ямочке. Сейчас будем копать, смотреть, опять вытаскивать всякие, как их там, консервные банки. Да. Вот так, звенит, опа-на, монета. Ничего не видно. Ну, самое главное, если почистить в хорошем состоянии, я думаю, главное, что это... Она вся разъелась. Вот. Наполеоновская монеточка. Да. Сейчас. Год сказать. Вот год сказать я не могу. Ну вот.
от монеты. Так сказать, доволен. Je suis très content. Еще душно гандиалуш. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео и будете в курсе новых моих находок, приключений. Вот здесь я нашел. Кто, может, знает эту дорожку. Вот. В лесу. Вот так вот. Али. И отсюда я вырыл вот эту вот пулю. Шмаляли тут охотники. Вот на память. Ну что, до следующего. И отсюда я вырыл вот эту вот пулю. Шмаляли тут охотники. Вот на память. Ну что, до следующего.